Привет, народ, с вами Варчик. В этом видео поговорим про Тигра Первого. Ветку немецких тяжей, которая ведет к Е100, апнули, переделали, улучшили, добавили орудий, добавили альфу некоторым танчикам, допустим, Тигру Первому и Тигру Второму, и улучшили броню в башне. Тигру же Первому добавили просто альфу. Это как первая ступенька апнутых танчиков. Он получил меньше всех. Но в целом, нужно ли ему было что-то еще, кроме альфы? На низких уровнях у танчиков подросло ХП. Соответственно, Тигру Первому подкинули альфу. Все сходится, все нормально. Танк раньше никогда не был плохим. Ну, сейчас он уже, конечно, кажется устаревшим. Но с увеличенной альфой в целом набивать урон на 3 отметки несложно. А планка на 3 отметки у нас 2060. Набил 3 отметки на этом танке, поэтому и рассказываю вам про него. Как же на нем нужно играть, какое оборудование ставить и вообще как он сейчас себя чувствует. Ну, начнем с оборудования. Минусов у танка в принципе 3. Он некомфортный в плане того, что орудие не опускается, оно кривоватое из-за того, что стабилизация такая себе. Ну и сводится не особо-то и быстро. В целом пушка корявая, не опускается. Это один минус. Второй минус — это то, что нет брони. Ну и третий минус, конечно же, танк не едет. Он же красивый и большой, зачем ему куда-то ехать? И что мы можем оборудованием перекрыть? УВН мы увеличить не можем, броню улучшить мы не можем. Ставим турбонагнетатель, танк как не ехал, так и не едет. Поэтому забиваем на половину минусов, боремся с тем, чем можем. Ставим досылатель, улучшенные механизмы поворотов. Это хоть что-то даст танку, он будет немного ворочаться. Ну и вентиляцию фиолетовую я поставил, потому что она, ну, просто немножко оживляет танчик, придавая ему везде понемногу. С этим набором танк в принципе более-менее играется. Немного не хватает стабилизации, не хватает УВНов, не хватает скорости. А так в целом все хорошо. Ну и он не танкует, и у него 1500 хп. Ну, почти все хорошо, и, короче, он некомфортный. Но планка на 3 отметки суммарки в 2060 набивается легко. Все потому, что пробитие у нас космическое. 203. ББшкой. А вот голдой 237. Честно говоря, пока я брал 3 отметки, я голдой практически не помню, пользовался или нет. Мне кажется, вообще не пользовался. 237. Зачем мне такое пробитие, когда ББшкой 203? Или 202, или 203, неважно. Голда здесь бесполезная. Разве что вы хотите слить серебро, но смысла в этом нет. Есть на 7 уровне танки более комфортные, и у которых пробитие голдой на голову выше, чем у Тигра. Но про них мы поговорим в другом видео. Итак, что же нужно делать в бою на Тигре Первом? В начале боя смотрим на мини-карту. Куда наши австралопитеки покатились, туда мы пыхтим за ними. Крутим наши кругленькие колесики немецкие, плоские, едем за ними. Приезжаем, смотрим внимательно на мини-карту, вспоминаем в своей голове, где там есть прострелы, перекаточки, светится, не светится, кто где подставляется, и пытаемся аккуратно, как танк поддержки, как танк со второй линии, но впереди и в сражении. Это, так сказать, танк и не первой, и не второй линии. Эта линия называется полторашка. Если что, я в атаке, а если все плохо, я назад побежал. Вот вы должны мгновенно реагировать на ситуацию в бою. Если ситуация благоприятная, спешите в атаку, потому что танк медленный, вы не успеете поучаствовать в бою. Если все плохо, вы должны заранее прочитать будущее, вы же это умеете, и отступаете. Так, чтобы занять выгодную позицию, чтобы еще пострелять. Если вы отступаете так, что вам в жопу напихивают, пока вы отступаете, так не надо отступать. Лучше стойте там, где стояли в позиции. Вы же приехали в позиции стоять, а не посреди поля. И лучше там умирайте и отстреливайтесь, чем ехать и светить голой жопой. Отыгрываем как танк поддержки, пытаемся как можно больше настрелять урона. Альфа повышенная у нас теперь, 280.
и с ней мы можем довольно-таки быстро разбирать врагов. Учтите, что играть от башни будет тяжело, пушка не опускается особо, и бортом тоже особо не потанкуешь, потому что башня находится посередине, а наш танк это как квадратный брусок. Когда вы выезжаете из-за поворота, чтобы танкануть бортом, сначала выезжает половина вашего танка, враг по ней стреляет, и только потом из-за поворота показывается ваша маленькая голова. Такой австралопитек переросток. Так что, когда вы с врагом перестреливаетесь на повороте от борта, сначала он вам напихивает, а потом вы выезжаете, чтобы в него стрельнуть. Это обычно происходит так. Все неудобно на этом танке. Поэтому у нас есть 1500 хп, которые нужно грамотно разменивать. Либо же разменивать нужно союзников. Это ваше дополнительное хп. Пусть они принимают, а вы просто дамажьте. В целом, что я хочу сказать про этот танк. Он некомфортный, потому что он не едет, не опускается пушка, он сильно широкий и стабилизации не хватает. Но у него есть и плюсы. Огромное количество хп 1500, очень хорошее пробитие ББшкой и достойная альфа 280. ДПМ получается нормальный. Планка в 2060 на 3 отметки набивается легко. И кстати, эта планка довольно-таки высокая. Ведь у остальных танчиков, скорее всего, планка на 3 отметки будет в районе 1700. А тут аж за 2000 перевалило. Значит, что этот некомфортный танчик много кто оставил в ангаре, много кто сумел на нем реализовать все его плюсы и набить высокий результат. Соответственно, танчик хороший, но некомфортный. В целом, на один раз Тигр 1 хорош. Второй раз я бы в него не полез, но как одно приключение на один раз пойдет. В отличие от Тигра 2. В него и первый раз влазить не хочется. С вами был Варчик, играть красиво, всем пока.